Здравствуйте, меня зовут Александр Бальнер. Я ученик 7 класса школы номер 71 из города Алматы, Республики Казахстан. Моя работа называется «Взгляд из прошлого». Здесь мы видим мой экспонат, который представляет собой семейную шкатулку памяти с черно-белой кинопленкой, на которую изображены две стороны нашей семьи. Одна сторона говорит о семье моих предков, которая зарождалась еще в 18 веке. Вторая сторона говорит о семье, в которой я родился. А в целом мой экспонат говорится об одной семье, семье Бальнер. Мой экспонат сделан из материалов, таких как фанер, ткань, клей, картон, надписи и рисунки. Я делал пластиком, 3D-ручкой, буквы иврита, которые я выложил в свою фамилию. Тема, выбранная мною для работы над проектом, в первую очередь выражается не только в любви к своим корням, но и в целом в любви к избранному народу, с которым меня связывают корни. Я верю, что взгляд из прошлого отразится на моем будущем.